В России ответили на слова британского постпреда Крыми. В России ответили на слова британского постпреда о Крыме 19 14 августа 2019 года. Обновлено 19-40-14 августа 2019 года. Рия новости. Евгения Новоженина. Видно курортный поселок Коктебель. Рия новости. Евгения Новоженина. Москва, 14 ав Новости российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об ужасной жизни украинцев в Крыму. Ранее дипломат на заседании Совбеза заявила, что живущие на полуострове граждане Украины не имеют доступа к базовым социальным услугам. Двойные стандарты Избирательные подходы и двойные стандарты сказываются на авторитете международного гуманитарного права, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая после речи Пирс. Дипломат обратил внимание, что на территории страны, включая Крым, не идет вооруженного конфликта, что делает разговоры о международном гуманитарном праве применительно к России неуместными. 10 51 сказано в эфире радио «Спутник» подлить масла в огонь. Постпред Британии в ООН пожалела украинцев в Крыму. Постпред Британии в ООН Карен Пирс заявила об ужасном положении украинцев в Крыму. Как отметил в эфире радио «Спутник» директор Института стратегического планирования Александр Гусев, это утверждение явно основано не на личных впечатлениях, убеждены, что нормы международного гуманитарного права не должны являться инструментом политических манипуляций, отметил Полянский. Также российский представитель напомнил о проблемах гуманитарного права в Сирии, которые игнорируют Великобритания и США. Сказки и наглая ложь. Представители украинской общины Крыма назвали слова британского дипломата сказками. Пусть Пирс берет всю свою королевскую рать и все вместе приезжают в Крым искать крымчан которую имеет только украинское гражданство, заявил РИА новости глава объединения Анастасия Гречина. Собеседница агентства отметила, что украинская община, наоборот, помогает получить российские паспорта всем желающим, которых с каждым днем становится все больше и больше. 07.37 РИА Новости в Крыму назвали сумасшествием планы Киева устроить морскую блокаду аналогичного мнения придерживаются крымские парламентарии. Так, депутат Владислав Ганджар назвал заявление Пирс провокацией. В целом право различных национальных меньшинств украинцев, крымских татар регулярно становятся темой для спекуляций на различных международных площадках, объяснил он в комментарии телеканалу RT. Депутат Юрий Гемпель, в свою очередь, обвинил британского постпреда в наглой и грязной лжи. Мы готовы развеять их все опасения в этом вопросе. Пускай приедут и посмотрят мы им все расскажем. Пообщаются с населением, заявил политик РИА Новости. Как отметил парламентарий, все жители Крыма получают необходимые услуги, в том числе медицинское обслуживание, они также обеспечиваются рабочими местами. 10 августа, 09.18 РИА Новости эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским в Госдуме также предложили Пирс и остальным желающим составить свое мнение. Посетив полуостров, не только руководство Крыма, но и сами жители приглашают и президента Украины Владимира Зеленского, и депутатов Верховной Рады, и представителей ОБСЕ и ООН для того, чтобы они приехали на территорию Республики Крым и города Севастополя и убедились и побеседовали с теми людьми, которые имеют российское гражданство, украинское гражданство, цитируют депутата Виктора Водолацкого. Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95% избирателей поддержали вхождение полуострова в состав России. В Москве многократно отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Девятого апреля две года ноль восемь двоеточие ноль-ноль новости Как меняется Крым к новому сезону, сноса шалманов и благоустройства парков.